школа в Лимбияхе обрастает строительными лесами. Фасадные работы все ближе. Образовательное учреждение станет ярче и современней. С будущим внешним видом школы подрядчики знакомят главу города. Цветовая гамма есть. А вот размерность плиты 600 на 300. А в проекте было? А в проекте мармарок у него получается 120 на 600. Он гуже, да, но он толще и тяжелее в два раза. Этот вот облегчит фасад в два раза. А пока строители трудятся внутри здания, обновляют актовый и спортивные залы. Чтобы выровнять стены, их приходится полностью зашивать специальными панелями. Полы также создают практически заново. Частично завершить реконструкцию подрядчик планирует к началу нового учебного года. Фасад будет завершен. Это 100%. Благоустройство мы должны. Мы берем на себя обязательство завершить. Благоустройство полностью. А спортзал, актовый зал, бассейн будет готов однозначно. Потому что здесь люди работают. На демонтаж, как только школу нам передают, как заезжает подрядчик электро, у него 40 человек подтвержденных наличие есть. В школе имени Дмитрия Карачаева на реконструкцию закрыт первый блок. Работы идут на всех этажах. Частично уложено напольное покрытие, смонтирована ливневка, правда, ее еще нужно довести до ума. Кроме того, у руководства школы есть вопросы по дизайну классов. В частности, цвет стен не соответствует заявленному в проекте. Тот дизайн-проект, который вот мы согласовали, немножко по цвету стал отличаться именно на практике. В банках в краска, она как-то ярче, чем на бумаге, так скажем, чем мы заказывали. Поэтому здесь не то, что претензии, а здесь нужно просто немного переделать, все равно сделать более пастельные тона, более светлые тона. Дизайн будущих витражей тоже требует дополнительного обсуждения. Какими они станут, подрядчик решит с руководством школы. В планах завершить ремонт в первом корпусе школы также к началу нового учебного года. Павел Прожогин, Данил Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера».